Жени Бушар – самая завидная невеста тура, вне зависимости от ее места в рейтинге. Мы разобрались в запутанной истории ее личной жизни. Спойлер – срочно регистрируйтесь в Твиттере. Февраля 2017 года Жени смотрела Супербол, но это там, где здоровые мужики сильно бьют друг друга и толкаются. Бушар готовилась к скорой победе Атланты над Патриотс, но молодой человек по имени Джон Герке явно что-то знал. При счете 28-3 он пригласил теннисистку на свидание в случае камбэка Патриотс. Нью-Ингланд вернулись в игру и победили, а Жени пришлось согласиться. Но на одном свидании все не закончилось. Сперва пара сходила на матч баскетбольного Бруклина. После игры журналист спросил Бушар, пойдет ли она на второе свидание с Джоном. Теннисистка ответила, что Герке нормальный, и они точно встретятся еще раз. После этого Бушар запостила несколько фотографий со свиданий с Джоном из разных мест. Пара мило лежала на диване и готовилась к Рождеству. На свадьбу пары после этих снимков стали принимать ставки с коэффициентом 4. НФЛ тоже подогревала историю и пригласила Жени с Джоном на следующий Супербол. Бушар и Герке согласились и вместе отправились на предматчевую вечеринку и саму игру. Когда казалось, что парень из Твиттера на самом деле стал бойфрендом Бушар, последовал холодный душ от теннисистки. На День Святого Валентина Жени выложила фотографию для Sports Illustrated с надписью «День Святого Валентина совсем не такой веселый, когда ты не в отношениях». Уравновешиваю все эти фотографии пар фоточкой девушки, у которой явно нет парня. Джон, мы с тобой.